Привет, друзья! 17 мая 2022 год. Локация — сброс воды с ТЭЦ. Смотрите на это. Да это траванули, наверное, вот этой херни, блин. Читайте это обращение в какие-нибудь компетентные органы. Кто знает, куда передать, передавайте. Смотрите, что творится. Сейчас мы все отправим. Путину, блин, и всем. Но золото дороже, чем рыба, правильно? Можно травить, что хочешь. А нас карасем поймать, 250 рублей штрафов. Толстолобы. Караси. Если кто-то знает, куда это дело можно отправить, скиньте мне, пожалуйста, ссылочку в комментариях. Но это просто капец. ТЭЦ. Сейчас я одну сторону перейдем, покажу, откуда скидывает. Да без нарезки, да, мне так и покажу. А, да? Ну это же просто... Это просто... Ну, правда, под все. Я вот 2 дня назад был, тут не было сухорыбы этой дохлой. Тоже подохло, да? Да. Ну, там прям по да? Можно вопрос? А вот, друзья, рыбоохрана ехала-ехала в нашу сторону, развернулась и поехала мимо. Я что-то не понял. Рыба вот она, дохлая валяется. А они поехали в обратную сторону. Нормально, ребята, работают.